Где-нибудь в апреле мы расскажем вам об украинских ребятах из команды «Герои площадок». Они занимаются баскетбольным фристайлом и стритболом. А пока, чтобы вас заинтриговать, мы уговорили одного из них на фишку. Не рекомендую смотреть людям со слабым вестибулярным аппаратом. Я из команды Heroes of the Court. Наша команда с Украины. В нашей команде собраны лучшие баскетболисты, стритболисты и фристайлеры. Вот и все. Сейчас я вам покажу один из трюков баскетбольного фристайла, он называется Impossible Trick. Несколько сложностей. Сложность первая, что нужно уметь крутить два мяча, мяч на мяче. И второе, когда подбиваешь, нужно удержать баланс, когда ловишь мячик. Трюк довольно-таки нелегкий, тренировать его нужно достаточно долго. Команда Heroes of the Court. Всем peace, любви, удачи, мир и счастья, любви, здоровья, успеха. А-а-а!